Открытие педагогического образовательного чемпионата муниципальных учительских команд «Почемук-2019» состоялось на базе Таврической академии Крымского федерального университета 25 января. Это замечательная площадка для общения, обмена опытом, а самое главное для формирования профессиональных компетенций у наших студентов классических направлений, которых очень много в Таврической академии и которые фактически перекрывают все рабочие места учителей в различных предметных областях. Симферополе и в целом в Республике Крым. Для ребят это новый опыт, это знакомство с современными образовательными технологиями, ну и вообще с лучшим опытом и практиками крымских педагогов. Конкурс проводится второй раз. Его организаторами выступили кафедра социальной психологии Таврической академии и информационно-методический центр Симферополя. Чемпионат будет проходить в течение месяца. У нас еженедельно в течение этого месяца будет проходить по одному из мероприятий конкурса. Наиболее интересным, наверное, будет последнее мероприятие, потому что это будет не просто защита того реального урока и занятия внеурочной деятельности, которые они проведут школа города Симферополя, команды проведут школа города Симферополя, но и будут презентовать потом вот это самое, этот урок или это занятие. В ходе открытия команды, в состав которых вошли лучшие учителя образовательных организаций среднего образования Симферополя, презентовали свои учебные заведения. Впервые в этом году в конкурсе принимает участие сборная команда студентов Таврической академии. В первую очередь такой педагогический чемпионат – это передача опыта. То есть мы, как достаточно молодые педагоги, в принципе, работаем год-два, можем перенять методы, опыт, что-то новое у педагогов, даже элементарно презентация, которые они делают, они показывают что-то инновационное. Конкурс проводится в целях повышения престижа и статуса учителя в обществе, развития инновационных методов в системе образования и распространения передового педагогического опыта. Нам эта взаимосвязь очень нужна с учителями. Мы должны понимать, что происходит в школе. Ну и мне кажется, что учителям тоже было бы неплохо знать, что у нас здесь происходит, какие у нас требования, как выглядит подготовленный студент. Участники чемпионата поделятся своим опытом и представят эффективные модели педагогической практики. Оценивать их работу будет экспертное жюри, в составе которого опытные педагоги и руководители образовательных организаций. Ольга Якименко, Михаил Погомий, Николай Шульга, пресс-служба Крымского федерального университета.